Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. И начнем, пожалуй, мы с вами с арены. Так, 92 уровень мне дают. Так, пришелец, когтистый. Давай-ка мы, наверное, знаете, что сделаем? Вот этот отряд выберем и попробуем пройти. Да, я думаю, что это будет самое то. Во-первых, тут у нас еще босс, не забывайте. Богиня Солнца у меня, а у него кто? Да-да, именно тот епископ, самый ватный, босяра. Так, вышел мечник. Интересно, я смогу успеть призвать некро? Давай-ка попробуем. Отлично. Так, идет когтистый у нас здесь. Это дело нужно будет сейчас прикрывать. Давай вот так вот сделаем. Ну, жаба с молотом, давай, бомби. Так, ниндзю призовем. Шикарненько. Так, двигаемся далее. Давай молнию активируем. Вау, что тут происходит? Бомбило вот такое, не детское, да? Так, пришелец, ребята, сейчас похитит мне. А, нет, не смог. Но зато ниндзю стырил. Вот упырь, а. Ладно, идем далее. Идем, ребятушки, далее. Так, может быть, нам призвать богиню солнца? Как вы думаете? Или не стоит? Давай, наверное, призовем. Если, конечно, мы быстрее ему замок не снесем, да? Так, опять. А, у него... Подожди-ка, у него тоже молнии. Я думаю, что такое там было? Мы просто одновременно нажали на суперудары, поэтому у нас тут все замельтешило. Ну что, богиня солнца идет. Правда, мы уже замок ему бомбим. Ну да ладно. Не успеет, так не успеет. А я думаю, что все-таки мы выиграем. Хотелось бы посмотреть, на какое меня, ребята, кинут место. На первое. Ну что же, это хорошо. Главное здесь задержаться, да? И получить хороший реворд. Ну что, ребята, а мы с вами переходим, соответственно, на основную сюжетную линию. Я думал ежедневное испытание поиграть, но, как видим, здесь у нас разыгрывается баллиста. А я не хочу его получать, потому что он у меня прокачан по полной программе. Ну что же, мы с вами остановились на территории подданных, да? И потом нас ожидает 107-й портал. Тогда начинаем. Так, здесь у нас крестьянин и паладин встречают. И я думаю, что мы дадим достойный отпор с помощью... Да, вот с помощью этой команды. Вполне даже легко дадим отпор, потому что у меня здесь щитобот есть. Так. Ну, где там твой крестьянин? Вот он, явился, не запылился. И, естественно, будем вызывать под это дело нашего молотильщика. Вот так вот, все будет по красоте. Потом нам нужно будет призвать паладинчика, да? И, в принципе, все на этом. Смотри, смотри, что происходит. Паладин вышел, лютует. Ладно, мы тоже будем лютовать. Я еще, знаете, кого призову сейчас, наверное? Да-да-да, именно всадника на журавле. Давай-давай-давай, пробиваем. Да что такое-то, я не понял я. Что за выпендреж? Вау, далеко не убежал, да? И, наверное, будем уже призывать с вами друидку. Сейчас мы накопим только манну. Вот так. Так, друидушка, ты готова у меня, да? Я думаю, ты готова. Тогда пора тебе выходить. Вперед, 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 мои воины. Разбиваем ему замок и будем переходить с вами дальше. Так, опять, опять залагало все. Кто-то говорил, что у кого-то на телефонах не лагает. Ребят, я не знаю, как у вас на телефонах, а на моем телефоне тоже лагает. Именно при друидке. Так что, я не знаю, телефон у меня далеко не... старенький, так скажем. Ну давай, давай. О, карточка на крестьянина. Ну что, ребята, первый этапчик у нас пройден довольно легко. Ну, на то он и первый. Так, мы переходим с вами на второй. Здесь прибавляется копьеносец. С копьеносцем мы с вами будем немножко по-другому действовать. Кто-то, кстати, меня попросил, убери, говорит, Терракошу с армии. Нет, ребят, Терракоша здесь как раз то, что нужно. Он намного лучше, чем голем. Да, он подороже, он помедленнее, но попробуй, называется, его пробить вначале. Так, подожди, я, по-моему, здесь, ребята, лопухнулся маленько, да? У меня же нет дешевых юнитов. Сейчас крестьяне как побегут, и будет мне тут веселуха. Но. Так, он вызвал паладина. Вот здесь как раз Терракоша нам и понадобится. И, соответственно, ребята, мы будем сейчас с вами вызывать баллисту для этого дела. Вот так. Так, секунду, что-то пошло не так, да? Ну что, Палыч,
Отдохни маленько. Так, двигаемся далее. Баллиста у меня прикрывает моих бойцов. Это очень хорошо. Давай еще вызовем одного таракошу. Этот отряд у меня в любом случае не самый скоростной, поэтому не имеет значения, ребята, кто здесь будет. Голем или таракотовый воин. У таракоши, да, есть большое преимущество, что он может становиться камнем. А голем, насколько я помню, может только лишь отхиливаться. Да и то не всегда. Ну что, гриф у меня вылетел, и мы уже, ребята, будем сейчас ему разносить башню. Пошла, как говорится, маза, да? Но... Гриф, а ты что-нибудь там делаешь, нет? Да, он стреляет, слава богу. Давайте еще вызовем, наверное, одного джиггернаута. И в довесок можно будет фаербол. Хотя, нет, мы не успеем. Мы ему так разнесли башню. Ну что же, ребята, двигаемся дальше. У нас третий уровень. И здесь уже нас будет встречать грифон. Да, пятизвездочный, причем не забываем. Паладин. Ну и крестьянин. Так что давайте, наверное, мы выберем с вами немножко другой отряд. Только вот какой? Этот я не хочу, может быть... Нет, этот тоже не хочу. Может быть, вот этот вот? Тигр. У меня только единственное, что здесь... Нет, ребята, не пойдет. Против грифона тыквоголовый, это как-то ни о чем. Давай, наверное, вот этот возьмем отряд. Нет, тоже не хочу, потому что, ребята, здесь у нас... Короче, я решил, все. Вот этим отрядом пойдем. Имбой, короче, нашей. Погнали. Так... Сейчас главное накопить энергии, и все будет тип-топ. Так, крестьяшка выбежал, да? Ну-ка, давай-ка его подловим. Замечательно. Так, и копим, конечно же, с вами энергию. Паладин. Паладин это уже похуже, но, ребята, у нас есть маг-воин. Точнее, маг-рыцарь. Да, правильно, так будет. Маг-воин. Так, ну что? Сейчас будет, наверное, пилякать. А у нас для этого есть вот такая штука. Оба-на, и все. Обожаю я ульту, вот, от нашей базы. Так, давай чумнуху, наверное, еще призовем. Ну, что вы палочи не можете разобрать, господи. Давай еще одного рыцаря мага вызовем. Грифон, хорош буянить. Надоел уже. Ронин, выбеги. Нет, он идет на расслабончике. Так, давай-ка мы немножко еще себе подкопим манны. И можно, в принципе, призвать даже ведьму. Или мы без нее справимся. А ну-ка. Наверное, без нее все-таки. Ну что ж, тем лучше для нас, тем лучше. Так, ну мы продолжаем с вами. У нас предпоследний уровень. Предпоследний, я сказал. И здесь прибавляется уже лучник. Но здесь немножко будет попроще. Поэтому я думаю, мы даже можем взять какой-нибудь отряд попроще, полегче. Вот этот, например. Здесь нет грифона, поэтому тыквоголовый здесь должен вполне себя чувствовать комфортно. Что это у нас с задним планом-то как-то все темно? Или это так и должно быть? Энергия почему-то сразу соточка была. Что-то я не пойму, что тут происходит. Что это за уровень такой? Я вот честно говорю, не помню. Ладно. Так, идет. Говнюк мелкий. Так, ну что, будем, наверное, тыквоголового здесь призывать. Давай сделаем таким вот образом. Так, и нам нужно как можно быстрее вызвать, ребята, корни. Вот таким вот образом. Так, давай еще одного самурая позовем. Погоди-ка, а че они такие... А почему они такие крепкие здесь? А ну-ка. А там паладин за паладином идет. Так, ладно. Давай попробуем, наверное, еще одного тыквоголового призвать. Как говорится, к нам на помощь. Пускай они вдвоем здесь бомбят. Вот это уже другой разговор. Смотри, как хорошо идем. А-а-а. Тигр просто упал. Без истерики, да? Так, корни выпускаем. Дальше вызываем мечника. Так, давай-ка мы, наверное, призовем сюда уже деда, в конце концов. Пускай он тут разбирается сам. Или он даже нам не... Нет, понадобится. Дед, выходи. Идет потихоньку, дедуля. Ох, сейчас будет лупить. Бам. Блин, ну паладин крепкий. Тут не поспоришь. Паладина просто так не взять. Даже деду. Так, выпускаем корни. И бомбим. Ну, я могу сказать вам одно. Что сейчас мы ему базу быстренько разнесем. Шикарно. Так, тигра еще позову сюда на всякий случай. Хотя он и не нужен будет здесь. Я больше чем уверен.
Смотри, какой расколбас идет. Я обожаю, когда все горит. Взрывы вот эти вот. Шикарно. Да, ребята, ну как видите, замок просто снесли в хламину. И мы двигаемся с вами на последний этап. А здесь вообще ничего страшного нету. Тем более босс опять этот епископ. Мы его сейчас просто быстренько с вами разберем. Единственное, что надо определиться. Я возьму, наверное, имбовый отряд, потому что здесь будет, ребят, грифон. С грифоном мне не особо хочется сталкиваться. Тем более у меня нет довольно хороших юнитов. Даже баллиста здесь не особо хорошо заходит. Поэтому будем брать именно через мага этого, через мага-рыцаря. Вот так вот. Так, давай-ка попробуем. Идет крестьянин, давай его ловить, естественно, на Ронина. Будем вызывать с вами мага-рыцаря. Так, хорошо. Идут, да, улхи? Давай, Ронин, выбеги. Не хочет он выходить. Так, чумную мышь призовем. И, да, можно, в принципе, уже и ведьму вызывать, я думаю, да? Давай-ка вызовем, наверное, ее. Ага, а он вызвал своего епископа, понятно. У меня, как говорится, к нему вопросов нету. Я надеюсь... Опа, Ронин. Эть, жалко, конечно, что ты свой удар потратил на какого-то крестьяшку. А мог бы этот потенциал далеко-далеко впустить куда нужно. В нужное, даже я бы сказал, русло. Так, поехали. Хоп, минус. А, убили. А этот, не паладин, а как его, епископ все-таки выжил, да? Он все-таки выжил, пройдоха мелкий. Так, заморозка. Да, ему не повезло, по-моему. Ну что, я могу сказать вам, ребята, одно. Победа здесь, естественно, за нами. Опс. Давненько не шутковал так у нас грифон, да? Давай-ка вот так сделаем. Прыгун, ты где там у нас? Завис. Да что вы не можете пробить ему базу-то, господи. Вот и все. Делов-то на копейку. Да, ребята, мы прошли с вами долину подданных. Забираем с вами реворд. Король. Так, на базу 12 карчек и 12500 монет. И собираем здесь с вами реворд, ребята. 14 карчек на пряничный домик. Тут у нас ракетный бот. 14 карчек. 15 карчек на жабу с пушкой. Ну что же, а мы переходим. 107-й, ребят, портал у нас. И встречает нас нефритовая долина, это раз. Потом долина захватчиков. Дальше идет фабрика роботов. Долина подданных. И опять захватчики. То есть два раза будут здесь у нас захватчики присутствовать. Ладно, поехали. Так, у нас 97-й уровень самурая и 97-й уровень ниндзя. Давай, поехали. Самурай и ниндзя. Довольно неплохая комбинация. Но у нас, я думаю, будет она немножко получше. Хотя, щитобот. Попробуем, ребят. Щитобота. И запускаем, конечно же, с вами молотильщика. А сейчас выбежит ниндзя. Это я вам точно говорю. Вот она уже вышла. Так, паладина. Надо успевать, ребята, вызвать паладина. Пошел, родной. Так, давай еще одного щитобота призовем. Ну что ты, упади. Нет, ребят, ну естественно, как же без истерики. Такого быть просто не может. Так, ниндзю расколбасили там, да? Давай-ка, наверное, накопим с вами на друидку. Да посмотри, что он делает опять, а? Он опять в истерику пускает своих воинов. И, хотя, может быть, мы даже сейчас разбомбим ему базу, ребят. Нет. Опять успел он вызвать. Все. Если бы он опять в истерику бы упал, я вообще бы тут был бы в гневе просто-напросто. Потому что он и так, каждый самурай у него впадал в истерику, начинал махать своим мечом. Ну что же, здесь добавляется всего лишь навсего храмовый пес. Ничего, в принципе, страшного нету. Напугать я сомневаюсь, что он напугает. Это у него очень почему-то редко получается. Но будем готовы, ребят, ко всему. Так, ну что, выпускаем щитобота нашего, да? Старая схема у нас должна работать. Опа, 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 только не пугани. Не пуганул, да? И выпускаем сразу паладина. Паладин, иди. А где у меня молотильщики? Что-то молотильщика не вижу. Его уже подбили, да? Ах, не засранцы. Так, ульта. Ты посмотри-ка, а. И у ниндзя срабатывает эта спецвозможность. То есть она не умирает. Так, напугал все-таки паладина, да? Во, то, что нужно. Ребят, смотрите, за 3 секунды практически всю базу разрушил ему. И добиваем.
Good. Ну что ж, переходим на следующий этапчик. У нас, ребята, третий. И здесь прибавляется жаба. Точнее, это не жаба, это черепаха с пушкой. Угу. Черепаха с пушкой. Поехали. И будем этот отряд, ребят, с вами добивать до последнего. До последней энергии, да? Так, черепаха с пушкой. Ну что, у него очень долгая перезарядка, насколько мы помним, да? И у нас есть возможность, соответственно, его пробомбить. Здесь я, наверное, вызову все-таки первым паладина. Вызову паладина, а уже прикрывать буду его молотильщиком. Так, тихо ты, ниндзя. Тебя сюда не звали, если честно. Что-то ты слишком быстро. Опять начинается вот это вот. Господи, опять истерика. Опять сопли, ё-моё. Самурай, и такой нытик, да? Ну-ка, давай-ка. Эх, ниндзя живучая, а? Посмотри на нее. Пробиваем, ребята. Да ладно, как это она второй раз умудрилась, ребят? Второй раз она выжила. После смертельного удара. Ха. Зашибись. Так, давай, посмотрим. Так, паладин, как ты медленно идешь? Давай быстрее. Включай вторую передачу там уже, или какую, третью. Идет там. Так, о, ускорение. Замечательно, ребят, смотрите, что происходит. Мы сейчас ему базенку-то быстро расклепаем, верно? Да-да-да-да-да, так оно и будет. Ниндзя нам тут не в указ. Найсовое, что могу сказать. Так, ребята, предпоследний этап. Здесь, опа, копейщик. Довольно быстрый юнит. Но, в принципе, вот этот отряд, он должен здесь свое дело сделать. Щитобота, если что, будем с вами вызывать. Он будет их контрить. Так, вот, бежит, бежит, бежит. Так, и, конечно же, молотильщика. Следом, сразу же. Кто там вышел? Самурай, да? Там, ребята, вышел самурай. Жалко, что у молотильщика очень быстрая скорость. Оу, тихо, я сижу тут. Мне нужно энергию с вами на паладина. А я сижу тут, рассусоливаю. Давай, 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 срочно беги. Главное, чтобы не шуганули его. Так, молотильщик. Давай, 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 подбиваем, подбиваем ниндзю. Классно. Так, давай вот так сделаем. Шуганулся, самурай убежал. Ладно, это все ерунда на самом деле. Опа, нам напугали щитобота, он побежал. Так, паладина сейчас распишут. Уже победили его. Ладно. Ну, смотрите, какой крепкий щитобот, да? Он выдерживает сколько ударов. Обалдеть просто-напросто можно. Это когда он с щитом, без щита он ватный. Хотя не такой уж и ватный. Но он, по-моему, не может оглушать без него, насколько я помню. Так, давай-ка сделаем таким образом. Ураганчик, пускай их там прижмет. И... да давай друидку призовем. Надоели они мне уже здесь в корень, на самом деле. Пугают их, пугают, они все убегают. Паладин так лично убегает быстренько, да? А назад идет еле-еле. Как будто его заставляют идти на работу. Квест завершен, истерия. Я же говорил, ребята, что все дело в истерике. Паладин такой здоровый и такой бояка. Самый первый убегает с поля боя. Так, давай, опять вот, стоило только тотем поставить один, да? Начинается вот это вот подлагивание. Ну, слава богу, здесь базу мы разнесли. И нам смотреть на это не очень долго пришлось. Ну что же, последний этап, давайте глянем, кто здесь босс. Ребята, здесь ветродуй, поэтому я возьму имбу. И за счет ульты, я надеюсь, мы его сможем победить без всяких колебаний. Просто расстреляем и все. Главное, чтобы никто не стоял впереди этого босса, да? Чтобы напрямую луч бомбанул его. Так, ну что же. Пока никого не вижу. Пока все тихо. Он, видимо, тоже копит энергию. Ага, выходит самурай. Давай тогда тоже его встретим. Нашим рыцарем-магом. Так, Ронин. О, Ронин, красавчик. Спасибо за карточку на пса. Так, кто тут? Ниндзя, да? А может быть, я зря сейчас применил ультушку-то? Надо было ее, наверное, сэкономить. Хотя, знаете что? Мы успеем, наверное, накопить до выхода босса. Я думаю, что будет именно так. Так, черепаху сдули. Тут, ребята, у нас, смотрите, заморозочка летит. Я жду, жду, жду. Я жду, жду. Я, знаете ли что? Я думал, что сейчас выйдет босс, и на заморозку нажму, и он заморозится. И мы его быстренько распечатаем. Но вы видите, как вообще все быстро. Он даже... не вызвал босса. Это очень странно.
Ладно, ребята, здесь мы получаем, ну, неплохой реворд. 10 карточек на Сакуру, да? И 9 карточек на Терракошу. Ну что же, переходим с вами на долину захватчиков. И здесь у нас кто? Ну, естественно, страж, как же без него? И жаба с пушкой. Давай, наверное, возьмем вот этот отряд. Будем его теперь терроризировать. Дистанция не очень большая, но это и хорошо, с одной стороны. Так, у него тоже довольно дорогие карты, так что, ребята, можно не волноваться. Вызовем, наверное, в первую очередь с вами Терракошу. Пускай идет потихоньку, да? А потом, наверное, баллисту. Или нет? Или да? Нет, я баллисту все-таки попробую, ребят, потому что он там с жаба с пушкой еще подкрадывается. Угу, шикарно. Отдай сюда манну. Вызываем Джаггернаута. Так. Фаербол... Не, не будем пока тратить его. Смотри, как хорошо распечатываем. Вот это да, вот это другой разговор. Давай, Терракоша, выходи. Опа. К ногтю, как говорится, их всех. А он еще отталкивает, да, я смотрю. Страшно. Мало того, что он ударяет, он еще может оттолкнуть противника. Понятно. Ну, смотрите, базик хана, ребят. Так, забрали карточку пилона. Ну что же, первый уровень довольно легко прошли. На втором у нас что будет? Ага, сразу тритон. И дополнительный щит, и отражение, если я не путаю. Так что тут надо быть аккуратным. Ну, у нас есть баллиста на этот счет. Я надеюсь, она будет перекрывать, пробивать, так сказать. Вызываем, наверное, с вами опять же Старокоши, да, начнем. Давай, пускай он идет. Они, наверное, по силе где-то одинаковые. По силе, по ударам. Мне почему-то так кажется. Что Терракоша, я имею в виду, что страж. Но. А вон, ребята, и тритон вышел. Начинает тут буянить. Видишь, он вешает щиты дополнительные. Да иди ты в лес. Достал уже, серьезно. И тритон, знаешь, такой, как без поддержки. Просто он вообще ничего сделать не может. То есть он не атакующий юнит, он просто бафает, и все. Ну а мы в этот момент, ребята, разбираем их по чернаку. Минус, отлично. Так, давай этого стража накумариваем. Вызываем Джаггернаута, и все, я могу сказать одно. Базу сейчас мы ему разнесем в хлам, в щепки. Давай я еще вызову одного грифона, фаербол еще вот так вот. Опа, найс. 500 энергии, но... Я хотел, думаю, давай-ка вызовем, наверное, жнеца. А он нам не понадобился здесь. Ну что же, третий уровень. Ох, а здесь у нас, ребята, бородавочник. Это уже, да, такой охламон, который может в самом начале игры выбежать и бомбануть по моей базе. Поэтому надо нам быстренько накопить на Джаггернаута. Наверное, да? Успеем или нет, как думаете? Ну давай. Ага, вышел нормально, да? Хорошо, это нам на руку. Тогда мы с вами копим на баллисту и будем расстреливать их издалека. Давай, баллисточка, бомби. Так, пока очень хорошо все. Джаггернаут пошел. А вот это вот не надо делать, парень. Уже видел, да? Разогнался там. Я это дело пресек, поэтому сразу же выпустил фаербол. Ай-яй-яй-яй, страж. Давай-ка вызовем, наверное, грифончика. Грифон, давай быстрее подлетай. Как-то без тебя здесь тоскливенько нам. Терракоша пока дойдет, ё-моё. Конец игры уже будет, пока он дойдет до базы. Но если он начнет лупить, то это, ребят, божественно, конечно. Так, ну что, базу мы снесли. Как-то все довольно легко и просто у нас. Так, предпоследний уровень. Опа, опачки, кого я вижу? Хищница. Угу. Родной, пришел, да? Так, как же нам его с вами контрить-то? Вот этим, что ли, отрядом? Давай попробуем. Не совсем, конечно, я уверен, что получится. У меня что тут? Только рыцарь или самурай. А он, по-моему, и того быстро очень бомбит. Это тот самый уровень, где, по-моему, он захочет захватить власть одними хищницами. Так или нет? По-моему, так, ребята. О, он еще и отхиливается, да?
Ты посмотри на его отхил. Ух, хорошо, как самурай сработал. Так, самурай-то хорошо сработал. Давай попробуем еще. Замечательно. Так, ребята, корни выпустим. Куда ты выпустил корни-то, господи? Вот болван, а. Куда-то корни выпустил, не совсем не туда, куда надо. Ага. Слушай-ка, смотри-ка, что происходит у нас здесь. Нам нужно, ребята. Я не знаю, что нам нужно. Жнец, что ли? Дай сюда деньги. Нет, я вызову, наверное, все-таки тигра. Да, со стражем здесь, конечно, тяжеловато будет справляться. Так, опа, хищнец тут, елки-палки. Я думаю, что за дела-то? Угу. Так, и давай вызовем тыквоголового. Убили, да, у меня? Понятно. Так, вот, ребята, отражение. Это самое фиговое, что могло быть. Ускорение еще. Так, ну давай, 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 ребята, бомбите базу ему, ё-моё. Чё стоим, улыбимся. Хищнец тут, ну, получи. Так, корни выпускаем. И тыквоголового. 56 секунд, нам нужно поторопиться с вами. Вот что я хочу сказать. Давай-ка вызовем еще самурая. В принципе, ребята, от базы уже немножко осталось. Забомбили. Отличненько. Ну что же, продолжаем с вами эпопею. У нас последний тут уровень. И смотритель. Слушай, ну здесь знаешь, в чем проблема? Они натолкали сюда одну имбу. Во-первых, здесь бородавочник плюс хищнец. Ну, естественно, страж и смотритель. Поэтому я, наверное, буду брать имбовый свой отряд. Вот этот вот. Только им, наверное, мы сможем пройти здесь. Слишком много скоростных юнитов он себе взял. Так что, ребята, будем контролировать это дело. Так, ну где там? Пока никто не выходит, я думаю, что он начнет, наверное, с бородавочника или хищница. Бородавочник, ребята! Бородавочник! Ух! Ну, да, откинул далеко, плюс еще и оглушил, ребята. Ой-о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 й! Есть! Нам крупно, ребята, повезло, потому что у мага-рыцаря сработало отражение. Иначе финиш был бы. Так, ульту я пока приберегу на смотрителя. Так, что ты делаешь? Будешь перепрыгивать, да? Ладно. Ой-ой-ой, как-то нехорошо у нас тут выходит все. Давай-ка мы попробуем... Блин, а тут, наверное, придется нам ульту применять. Да, ребят, придется. Не хотел, но, видите, пришлось. Так, где у меня ведьмочка? Ведьма, давай, твой выход сейчас будет. Ага, и смотритель как раз вышел. Господи, как-то не вовремя все. Давай будем так делать. Он перепрыгнет, да, сейчас? Ну, пока нормуль. Вызываем чумную мышь. Кого он сейчас, интересно, захватит? Под влияние. Ну-ка, ульта. Рассыпался, родной. Ну все, а дальше, ребята, все изи будет. Все просто изейше. Проходим на одном дыхании, смотри-ка. Бородавочник минус. Мой, как говорится, прыгун уже бомбит базу. Да все, 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 все. Шансов нет, даже не думай тут что-то сделать. Найс. Так, ну что же, у нас территория пройдена, да? Захватчиков. Так, забираем реворд. Смотрим. Лорд пустоты, 10 бородавочников и 10 карточек на пришельца. Ну вот и фабрика роботов. Погнали. Так, у нас здесь толкатель и бомбер, да? Толкатель и бомбер. Слушай, давай попробуем вот этим отрядом. Толкатель и бомбер. Да. Я боюсь больше толкателя здесь, чем бомбера на самом деле. Вызывать. Кого будем вызывать с вами? Наверное, жабу с молотом, да, в первую очередь. Потом прикрывать это все дело надо будет ниндзей, скорее всего. Давай, ребят, посмотрим. Ну да, в принципе, должно хорошо получиться у нас. Бомбер еще летит. Ага. Не успеваем маленечко, да, для того, чтобы подбить. Давай еще жабу вызовем одну. Так, у нас с вами, если что, есть ульта уже готовая. Применяем ее. Отлично. Ну что, базенку, скорее всего, мы сейчас разнесем. Вот что я могу сказать вам.
Да. Победа за нами. Ну что же, переходим сразу на второй этап. И кто у нас тут прибавится? А, ну как всегда, ребята, Репульсор, собственно, персона. Но он юнит подешевле, поэтому он, наверное, будет выходить самым первым. Так что копим на жабу с молотом. Так, там еще бомбер, да, будет? Хм. Ладно, погнали. А можем, знаете, что сделать с вами? Накопить на некро. Ну, некро такая ватная. Этот вот бомбер ее просто с удара сможет снести, если честно. Ну-ка, посмотрим. И идет она еле-еле. Вот так-то вот. Так, толкатель, да, толкнул. У нас молния, ребята. А что, бомберу все равно, что ли? Я не могу понять. Странно. Ему было все равно, ребята, на моей молнии, да. И он просто пролетел. Даже не поморщился. Вот так вот. Так, некро, вызывай своих скелетиков. А сейчас ее, наверное, опять подобьют. Или не подобьют. Не успели, да? Отлично. Хотя нет, подбили, ребят, подбили. Толкатель, иди отсюда, а. Молния. Так, отлично, пока хорошо, ребят, все идет. Мы все равно его добьем. Че он тут выеживается-то, не могу понять. Давай, ребятушки, напряглись. Маленечко осталось, у него там здоровья уже на базе практически нету. А, толкатель вышел не вовремя. Молодцы. Что ты там ручонки тянешь? Репульсор. Да, ребята, разбомбили базенку. Двигаемся с вами, конечно же, дальше. Третий уровень. Так, ага, здесь уже прибавляется молотильщик. Что будем делать? Давай вот этим отрядом сыграем, да? Молотильщик, значит. Хм. У нас на этот случай есть, конечно же, щитобот. Тоже молотильщик, ну, в общем, все дела. Паладин. Куда ты разогнался-то, родной? Сейчас наверняка будет выпускать циркуляру. Вот чувствую просто-напросто. Жух, видите, все предсказуемо. Все у него, как всегда, отлично срабатывает. В отличие от меня. Ну, вот, опять видели, да? Опять пила полетела. Кто этому удивлен? Я не удивлен. Это так и должно быть, понимаете? Сейчас не удивлюсь, если вылетит пила. Ну ты посмотри, что он делал. У него каждый раз, ребят, что не удар, то пила вылетает. Ну и как вы прикажете играть? Ну. Так, мне что тут нужно сделать? Мне нужно вызвать паладина здесь, господи. А успеем ли мы? Успели. Надо же, обменялись в каком-то веке, а. Друг друга выпустили по пиле. Так, давай-ка вызовем вот этого паренька. Так, отлично. Все хорошо. Давай, наверное. Ох ты, как бомбит. Иди ты в лес, утюг недоделанный. Так, ну-ка. Замечательно. Так, идем дальше. И будем сейчас, наверное, с вами. Отдай сюда энергию. Еще одного всадника на журавле нужно призвать. Вот что я понял. Так, молотильщика выпускаем. Чувак просто отлетел. Как говорится, откинул щиты. Ну и вот и все, ребят, вот она. Победная стойка наша. Сейчас будем бомбить ему базу. Щитобот пока дойдет сейчас. Ладно, ничего страшного. Вызываем еще одного молотильщика. И пока, роднули. Пока. Победа за нами, конечно же. За нами, ребята. Четвертая миссия. И здесь у нас кто? Эй! Ваты ватные. Короче, только лишь щитобот прибавляется. А в остальном ничего, ребята, страшного нету. Этим отрядом сыграть? Нет, 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 не этим. Вот этим, наверное, скорее всего, будем, да? Щитобот. Репульсор. Репульсор вата, а вот щитобот, да, он, конечно, может выдержать удар, урон. Его так просто не возьмешь, но я надеюсь. Да тут этот бомбер еще будет летать, нервировать меня на самом деле. Ох ты, ох ты, ох ты, как ты начал, как круто. Так, что нам в помощь призвать? Некро? Давай попробуем, наверное, призвать некро в помощь. Сейчас этот бомбер полетит, стопудово говорю. Нет. Что-то он немножко по-другому стал. Тактику. Вон, летит, летит. Явился, не запылился. На. Да, бомберу абсолютно, ребята, по барабану, что я применяю ульту. Она на него не распространяется.
Твою ж налево. Что происходит, ребят? Происходит жесть. Я вам скажу. Давай-ка так сделаем. Слушай, как-то напряженно на самом деле здесь. Сейчас еще толкатель начнет бомбить массово. О-хо-хо-хо-хо. Давай вот так применим. Вот, застанил. Застанил, ребята, все-таки я его. Да отвали ты. Бомбер сраный, а. Что за дела? Опять оглушенные у меня все, а. Ой, по-моему, ребят, тут не прокатит мой вариантик. Сфейлимся мы здесь, скорее всего. Урон по базе нанесли. Все, фиаско, приплыли называется. Ладно, пускай бомбит. Я буду переигрывать. Я ему буду сейчас мстить. Тынь-тынь-тынь-тынь. Это эти репульсоры там своими кулачками машут. Ладно, такие довольные, да, стоят. Ну что же, а пришла теперь пора мстить моя. Так что давайте, ребята, я возьму имбовый отряд, наверное, да? Так, что у нас тут? Забрать это все дело, конечно же. Ух ты, не понял, секунду, ребята, это кто? О, да. Ха-ха-ха. Ребят, ну что, я могу поздравить нас всех. У нас бородавочник приходит в пятизвездочный ранг. Да-да, именно так. Круто. Все. Он прокачан у нас по фулочке. Бешеный удар 40%. То есть это он, ребята, может разгоняться и толкать всех. Ну что же, теперь надо подумать, стоит ли нам его брать куда-нибудь в отряд. Как боевая единица, он довольно неплох. Так что у нас там в магазине ничего нету? Нету, ребята, ничего в магазине у нас нету. Ну что же, погнали. Этот уровень мне не дался, да, я так понимаю. И мы будем с вами вот этим отрядом бомбить. Я не пожалею о том, что сделали. Так, квест завершен, тактик. Хорошо, мы с вами гемы чуть-чуть попозже заберем. Сначала, как говорится, битва. Ну что ты, что ты, что ты прешь-то? И ты туда же. Сейчас, ребят, начнем. Сейчас тут начнется веселуха. Во-первых, мою чумную мышь никто не может здесь подбить. Это раз. Потому что здесь нет у него таких юнитов. Бомбер, он не атакует воздушной цели. Так что все будет сейчас вообще изи-изейшего. Ну вот у нас ульта еще тут есть. Прекрасная наша. Ну что, сразу приплыли, все. Губки надули и в домике спрятались? Нет, ребят, так дело не пойдет. Смотри, просто распечатали. Вот так вот. Вот она месть. За 3 секунды. Ну что, ребята, последний этап у нас здесь. Ох, ё-кламене. Так, ну что, нам придется брать вот этот отряд. Опять же, а почему? Потому что ульта хорошая. Хорошая ульта, мы можем пробить именно этого босяру термина 9000. Так называемого. Ладно, давайте приготовимся. Будем вызывать ведьму, да? Ведьма нам здесь очень хорошо зайдет. Так, подожди-ка, подожди-ка, родной, куда ты разогнался? Молотильщик, тебя здесь не должно быть вообще, по сути. Так, вызывать будем побольше чумных мышей, потому что они не боятся повреждения по земле. Да, в отличие от остальных. Ага. Пока все хорошо, ребята. И пора призвать нам ведьму. Энергию я накопил. Ох, молодец. Этот прыгун, молодец. Как красиво ты сейчас сделал. Давай, давай, давай. Заплевываем их так всем. Всем, давай. О. Слушай, а может быть он не успеет вызвать термина? 9... Нет, успел, ребята. Ульта, погнала. На-ка. Вот так-то разбираемся с каждым. Все, ребят, я уже приловчился. Раньше я как-то не думал, что именно вот таким вот способом можно будет хорошо бомбить. Ну, а как видите, теперь все идет на изи. Так, давайте заберем наш ревард. Что нам тут достанется? Один скарчик на ядер бота. Зачем он мне вообще нужен? Я его терпеть не могу, на самом деле. Так, а здесь у нас уже долина поданных. Фехтовальщик и рыцарь нас должны встретить. Кстати, рыцарь довольно дешево стоит. Точнее, фехтовальщик, да? Поэтому вот этот вот отряд здесь не пойдет в данный момент. Только лишь вот этим можно попробовать. Но я почему-то сомневаюсь. Фехтовальщик довольно яростный. Он очень быстро дамажит. Очень быстро. И я не знаю, сможем ли мы здесь противостоять. Ну, естественно, будем вызывать с вами самурая, да? Потом рыцаря.
Ну и как-то надо нам, наверное, на тыквоголового по-быстренькому накопить. Но что-то как-то... Что-то как-то я сомневаюсь, что у нас это получится. Слишком имбово. Если только нам корни не помогут. Если мы до них доживем еще. Вот это вот надо. Нет, ребята, нифигашечки у меня не вышло. Этот отряд слишком... Ну, как сказать, он дешевый, но... Ладно, ребят, проигрываем, короче. Пускай бомбят. Все равно уже повреждения нанесли. Пускай разбирают. Не прошло, не прокатило. Ребята, я не знаю. Давай посмотрим, что у нас еще есть. Другой отряд. Другой отряд, а какой? Где Некро? Вот этот, что ли? Ну, Некро стоит 275, по-моему, у нас, да? Энергии. Так, сейчас, секунду. Некро... Блин, жаба с молотом. Я не знаю, успеем ли мы накопить на выход жабы с молотом. Да и то, по-моему, ее быстро здесь расчекрыжит этот фехтовальщик. Давай попробуем. Давай попробуем. Может быть, даже попробуем Некро вызвать, если успеем. Так. Давай. Есть, предположим. Ребят, предположим. Давай смотреть, что у нас тут дальше. Ее сейчас, наверное, расплющат моментально. Нет? Практически, ребята, очень быстро ее расписывают. О-хо-хо-хо-хо. Нет, ребята, вообще не варик. Слушай, а что тогда делать-то нам? Секундочку, а что... А что мы можем тогда с вами здесь сделать? Я что, я не могу понять. Фехтовальщик вообще, что ли, припух? В корень, а? Он что, вообще нюх потерял? Он вообще забыл, против кого играет? Так, секунду, ребят, у нас энергия гнимки есть? Так, вот тут есть. Джаггернаут, ладно, попробуем этим отрядом. Понимаешь, у нас просто маленькая дистанция от замка до замка. И он выпускает фехтовальщика, я не успеваю, ребята, в этот момент никого призвать. Джаггера, ну давай попробуем Джаггера. Нет, можно, в принципе, вызвать Терракошу. Но здесь лучше нам, наверное, скорее всего, Джаггера позвать надо. Так, Джаггер, давай. Смотри, вот как дамажит, офигенно, ребят. Так, теперь, наверное, попробуем все-таки вот так вот вызвать. Так, фаербол, нам нужно, ребят, дождаться его. И тогда будет все замечательно. Вот так вот, все. Я думаю, это будет нормуль. Так. Заморозка. Вообще найс. Все, по-моему, ребят, мы загнали их в котел. Сейчас будем бомбить. Отлично. Ну вот, совсем другое дело. Немножко раздухарились. Преимущество взяли в свои руки. И все, ребята, и дело пошло. Пошло, ребята, дело. Сейчас только их разбомбим. Всех. И все будет у нас нормуль. Тип-топ. Давай еще баллисту призовем. Фехтовальщик, ребята, он ватный вот против стрелков, да? Он, да, он быстро бомбит, я не спорю. Но в то же время он все равно ватный. По здоровью, по защите. Главное, чтобы найти такого, как говорится, юнита, бойца, который быстро бы его расчекрыживал. Ну, все, ребят, базу мы начинаем бомбить потихоньку, да? Вы сами это видите. Фаербольчик в довесок. Оп, и все. И сдулся парень. Так, ну что же, а мы с вами переходим на второй этап. И тут у нас кто будет? Угу. Все то же самое, ребята, только еще копейщица добавляется. Поэтому отряд я оставлю тот же самый. Но самое обидное, что мы с вами две энергии в левых отрядах потратили. Опа, 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 идет, ребята. Он немножко поменял тактику. Так, тихо, тихо, давай. Ну, Джаггер его накроет. Вот, с одной, ребята, причем плюшки, заметили? Вот так-то. Вызываем, наверное, вот так вот, ребята, баллисту. Через баллисту будем играть. Так, отлично. Прекрасно, я бы даже сказал. Пока Джаггернаут вот так вот лежит, отдыхает, да? В этот момент мы, ребята, с вами можем бомбить их. Так, застанили. Ай, красота-то какая. Ха-ха. Ничего абсолютно сделать не могут. Падает один за другим. Я, наверное, сейчас еще призову сюда Грифона. К нам в помощь, да? И будет все вообще найсово. Потому что у него нету юнитов, которые могут Грифона моего подбить. То есть он будет летать здесь беспощадно. И бомбить кого угодно. Так, давай-ка фаербол забомбим сюда.
И еще вызовем одного. Как он медленно идет, а. Как же ты медленно идешь, а, Пирокоша. Тебя даже улитка может обогнать. Даже Джиггернаут обгоняет, а он еле-еле идет. Но зато это и хорошо, ребята. Пока он идет там еле-еле, да, особенно классно против вот этих вот бродяг, которые там у нас вечно в инвизе прячутся, или те же самых хищницов, он довольно неплохо должен играть. Так, ну что у нас, энергия-то где? Здесь есть энергия. Так, фехтовальщик опять же, давай попробуем. У нас, по крайней мере, сейчас расстояние большое будет, да, от базы до базы. И я думаю, что я смогу, успею вызвать нормальную себе армию. Кстати, смотрите, ребят, на заднем плане, да? Голова какая-то, тотем. Что-то я просто раньше как-то не обращал внимания на задний план, а теперь вот обращаю. И довольно прикольно так все смотрится. Так, некрушка, некрушка, ты мне здесь нужна, родная моя. Давай быстрее, помогай, 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 помогай. Сможем, нет? Так, ниндзя. Ага, ага, так, хорошо, погнали. Замечательно просто, просто найс. Так, БФГшка моя там где-то на подходе идет. Давай еще вызовем ниндзю. Слушай-ка, неплохо идем. Ну, потому что, ребята, была возможность мне накопить на армию. Дистанция довольно приличная. Ты смотри, две ниндзи как наяривают своими этими сюрикенами. Просто поливают. Да, ребята, победа. Ух, аж радостно-то как. Ну что ж, предпоследняя миссия здесь. Оу, а здесь у нас уже разбойник. Погоди-ка, у нас что, только лишь... Только лишь один отряд остался? Ё-моё. Один отряд с тремя энергиями. И тут еще к тому же этот разбойник. Бродяга. И как мы его будем с вами ловить? Нет, ну в принципе есть одна идейка у меня. Давай начнем с мечника. Так, сейчас он, конечно, в инвиз уйдет, да? Где-то здесь проявится. Единственное, что сможет у меня справиться — самурай. С этим делом, а? Он бы один не смог, ребят, на самом деле справиться бы с этим делом. До корней-то я не доживу, по ходу дела. Или доживу? Дожил. Дожил я, ребята, до корней. А вон и бродяга идет. Застрянь, елки-палки. И он не получает урон, да, по ходу дела, когда он в инвизе? Или получает? По-моему, получает. Не было его, ребята. Так. Пошла бомбежка. Давай, наверное, вызовем самурая. Так, опять, опять ползет, пройдоха мелкий. Ну, на, получи тыквой по голове. Опять, ребята, у меня накопились корни. Найсово все идет, пока хорошо. Что он там? А, ребят, получает урон, получает. Я только что посмотрел. Еще одного тыквоголового призовем. Тут еще ураганчик у нас. Ну, я могу сказать одно, ребят. По-моему, мы пройдем этот уровень. Так, подожди, какое ускорение это, елки-палки? Без всяких ускорений давай играть. И корни сейчас выпустим. Вот так, и тигра. О, тихо-тихо-тихо-тихо, куда ты? Блин, засранец мелкий. Все-таки подбил мне тыквоголового, а? 48 секунд, ну, последние удары там нанесите по базе-то. Е! Шикарно. Продолжаем, ребят, у нас последний этап. И здесь у нас будет босс-король. А знаешь, чем плох вот этот вот мой отряд? Именно против короля. У меня нет ни одной воздушной единицы, которая могла бы подбивать его сверху. И, как мы видим, нигде откатов нету. Блин, этот бродяга, еще его контролировать нужно. Ладно, попробуем. Мы с вами постараемся это дело замутить. Так, наверняка тут будет бродяжка выходить, да? Как всегда. Поэтому начнем с мечника. Выпустим его на поле боя. И, кстати, вот дед здесь не очень хорошая боевая единица в плане контролировать короля. Я даже сказал, бесполезно. Так, ну-ка попробуем, давай вызвать самурая. Вызвать самурая. Выпускаем корни. Ага. Теперь вызовем с вами тигра. И будем уже копить с вами на дедушку. Так, заморозочка сработала. Все шикарно. Так, блин, ребята, разбойник. Разбойник там где-то шуршит.
А, я опять тыкву голову бомбанул. Вот хмырь, а. Вот он раздражает меня, я не могу прям. Так, ребята, король идет. Ну, дед, давай, 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 давай его пока там. Что такое? Так, мы его застанили. Ох, 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 ох. Смотри, что он там делает, я не могу понять, ребят. Мы его убьем или нет? Деда он подбил. Но мы его тоже сейчас подобьем. Все, сдулся парень. Так, минутка у нас в запасе. Я думаю, что нам этого хватит разнести базу. Я надеюсь на это. Так, тыквоголового еще одного вызовем. Так, можно выпустить, ребята, корни. Замечательно, 55 секунд на все про все. Ну, этого нам с лихвой, чтобы забомбить ему базу. Я больше уверен. Так, давай, давай, ребята, напряглись. Я вызываю еще одного тигра. Ну что, я могу вас, наверное, поздравить, да? С разносом башни. Да. Шикарно. Так, ребят, забираем реворд. Ну, давай. Сундук подданных. Ага. 14 карточек на короля и 12500 денег. Ну что же, у нас, ребята, долина захватчиков открывается. У нас энергия хоть где-нибудь нету. Абсолютно нигде, ребят. Только лишь вот этот вот отряд с одной единицей энергии. То есть, получается, что... А тут еще и страж, да? Уху-ху-ху. Вряд ли, вряд ли мы тут с вами вот этим отрядом-то пройдем. Я не знаю, можно попробовать. Так, тигр, да, предположим. Тыквоголовый. Ну тут один страж чего только будет стоить, а? Он же, ребята, будет жестить. Он будет жестить, поверьте мне. Ты посмотри. Хотя тигр мой наносит урона больше. А, тут еще слизняк. Тогда да, ребят, тогда, скорее всего, не получится. Ну-ка, проверим. Проверим, ребят. Не будем раньше времени сдаваться. Просто протестимся. Так. Опять страж. Давай тогда вызывать как можно больше юнитов. Так, тыквоголовый очень хорошо нам помогает. Замечательно, смотри-ка, что происходит. Ух. Понеслась маза, смотри-ка. Ха-ха. Е. Да, я не ожидал, что мы вот так вот пройдем с вами. Легко. Ну что, ребята, у нас с вами энергия-то хоть где-нибудь есть? Хоть где-нибудь? Нету. Ну что же, тогда будем закругляться на этой серии и увидимся уже в следующей. Ну а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.